магазин. Каждый год мы с друзьями ходим... Нет, не в баню, мы ходим в гости. Этот год не исключение. Первый канал едет в гости к детям. Но в этом году армейский магазин расширяет зону своего влияния. И едем мы в Крым, в Артек. Москва, Крым, аэропорт Бельбек. В знаменитом Артеке высадился звездный десант. Музыканты, спортсмены, телеведущие, актеры. Там проходят традиционные акции Первого канала «Стань первым». И кто-то первый должен поздравить их с Днем защиты детей. Ты Первого канала «Стань первым». Дорогие Артек, спасибо! Мне очень нравится то, что Крым наш. И то, что на самом деле вот чувствуется какой-то подъем. Важно его сохранить. Тут... Всегда были в Артеке профильные смены. Здесь отдыхали зорничники, пограничники. У нас еще есть одна категория. Это дети тех семей, где отцы погибли, выполняя свой воинский долг в последних локальных войнах. Куда вы смотрите? Это же вежливые люди. Не только к нам. В Севастополь мы приглашаем детей, которые отдыхают в Артеке, но и непосредственно в Артек приезжают наши моряки. Это и творческие коллективы, духовые оркестры. Сегодня пришел в гости к артековцам морской тральщик Ковровец. Я думаю, будем дружить домами. Ура! Мечта Дианы Гажухаевой сбылась. Теперь она имеет право, она поедет в Париж. Диана, это будет Диснейленд, там тебя ждет Микки Маус и принцессы. День защиты детей. Всегда будет.